В фойе ДК Гагарина звучит живая музыка. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 18 июня, здесь приветствуют лекари тел и душ. Официально этот праздник отмечают более 30 лет. Те, кто привык носить белые халаты, сегодня сменили их на платья и костюмы. Ирина Колоскова в медицину пришла случайно, но спустя годы говорит, что могла бы работать только доктором. 17 лет она была главным врачом медучреждения в Сергиевом Посаде. Шутит, врачи не боятся вида крови, потому что хотят как можно быстрее помочь пациенту, и бояться некогда. Для того, чтобы стать настоящим медиком, нужно родиться этим медиком, и чтобы тебя потом институт, старшие товарищи превратили вот по крупицам в того доктора, к которому идут пациенты, потому что это та профессия, где душевные качества, индивидуальные душевные качества, это порой основное, на которое, конечно, накладывается суперпрофессионализм. Иван Богомолов учился на врача-педиатра. 10 лет работал терапевтом. Самым важным в профессии считает желание помогать. Не сгореть на работе, остаться вот таким же, когда-то выпускался из института, с желанием помочь пациентам, окружающим. Вот, наверное, то же самое, чтобы это всегда оставалось, и это приведет к успеху. То есть будете развиваться, читать, узнавать. Я думаю, что вот самое главное – желание помочь пациенту. Медицинских работников поздравил глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев. У нас в стране много самых разных профессиональных праздников, но, на мой взгляд, именно ваш день медицинского работника является самым почетным, самым уважаемым праздником. Ведь вы приходите к нам в самые сложные, самые трудные для нас минуты. Я глубоко убежден, что в Сергиево-Посадском районе работают самые лучшие специалисты. За отличие в работе и профессионализм виновникам собрания вручили грамоты и цветы. Завершился День медиков ДК Гагарина праздничным концертом. Алена Ромашкина, Михаил Кирсанов. Программа «События».